Всем здоров, и сегодня у меня на обзоре шоколадки из Икея за 91 рубль. Это Питер. Сегодня четверг, 27 число вроде как. 27.11.20 год. Вот такая шоколадка. Перголе Милк Шоколад с лесными ягодами. Вот так вот, 92 год. Конторе. Ну, что я вам скажу? Тут у них там все написано, все классно. Штрих у них такой. Все не на русском. Шоколадки из Узбекистана, наверное. Где-то тут есть, конечно, русское что-то. Вон, молочные с начинкой из лесных ягод состав. Молочный. Блин. Паста из лесных ягод, процент, 1%, причем в этом 1% малины 23%, черники 6%, ежевики 5%, клубники 8%, дикая вишня 5%, концентрат моркови и гибискуса, ой-ой-ой, какой-то абзац. Процент, короче, варенье вам, 1. Зажали, сволочи. Ладно. Кто ж эту фигню, то изготовитель варен перголе? Литва. Литовская шоколадка. Короче, я ее уже открыл. Вот. Пока. Подставка для телефона огонь. Я уже ее попробовал. Тут приятно удивился вот этой фиголеньке. Видите? Как бы варенье отсюда вытекает, но это не варенье. Это что-то типа, вот оно какое сухое, оно похоже чем-то на, не на зефир, а как же это. Ну, есть такое желе в обсыпке шоколадки. Вот. Короче, ну по вкусу обычный молочный шоколад. Вот. И тут вот эта паста. Очень похож на обычную Россию. За 40 рублей, сколько это, за 91. А так один в один, да? Угу. Даже Россия, по-моему, лучше. Ну, вкус такой самого шоколада самый молочный. Вкус этого варенья. Самый обычный, вот, как бы, такая у него символика, перголе, ну-ка, ну, самая обычная шоколадка, только 91 рубль, переплата 50 рублей, ну все, всем спасибо, и до новых встреч.